Финансирование армии – это приоритет. Об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко в Винницкой области. На военный аэродром глава государства прилетел на истребителе МиГ-29, после чего поздравил летчиков с профессиональным праздником и добавил, что в этом году украинским ВВС выделили более 1 000 000 000 гривен. Это позволит поставить в воинские части более 40 новых образцов вооружения и техники. Кроме этого, Порошенко пообещал, что уже с 1 августа повысит уровень выплат военным в зоне АТО. Соответствующий приказ министра обороны должны опубликовать уже в понедельник. Я доручив підняти утримання на першій лінії до 10 000 гривень на місяць і підвищити утримання на другій лінії до 4,5 тисяч.